Рады приветствовать вас на 5-й всеукраинской конференции разработчиков приложений для мобильных устройств и сервисов UA Mobile 2017. Каждый год основные игроки мобильного бизнеса задают тон IT-индустрии, вынуждая тем самым мобильных разработчиков неперестанно обогащать свой опыт. Появление новых технологий и языков программирования существенно повлияли на стандарты разработки ПО, представляя мобильным разработчикам новую ступень развития, а также является признаком того, что мобайл по-прежнему одно из наиболее развивающихся и перспективных направлений. Именно поэтому доклады в этом году акцентированы на архитектурные решения для мобильных приложений, специфику новых языков программирования, а также технологии дополненной реальности и машинного обучения. Сегодня спикеры у нас — ведущие специалисты европейских и украинских компаний, а также эксперты Google. Давайте их поприветствуем. Девелопер-евангелист компании Samsung, спикер конференции в Европе и США, а также архитектор практик и педагог Виктор Окунев, Канада. Девелопер-адвокат в компании IBM, а также UI-тех-лид в IBM Watson. Джеймс Томас, Великобритания. Мобильные разработчики с компании Zalando. Энди Дайер. И Виджая Пракас Кандал. Android, iOS, React Native разработчик. Мобайл архитект в Glomax GmbH. Александр Ефремов, Германия. Поприветствуем наших Google экспертов. Open source контрибутор и независимый IT-консультант. Google Developer эксперт и спикер международных конференций. Энрике Лопес, Германия. Android lead developer в компании Viacom. В прошлом разработчик таких проектов, как Groupon, eBay, Alcatel. Google Developer эксперт и спикер международных конференций Дэнни Пройслер, Германия. Android Tech Lead в международном трейдерском проекте IG. Google Developer эксперт и спикер международных конференций Матеуш Герих, Польша. Поприветствуем наших iOS-экспертов. Open Source Software Advocate, Core Member в React Cocoa и React Swift. Lead iOS-инженер в британском медицинском проекте Babylon Health. Руи Перес, Великобритания. Senior iOS-разработчик в Babylon Health. Дэвид Родригес, Великобритания. iOS-разработчик компании Kupferwerk, спикер международных конференций, а также радио-диджей Миша Хильдебранд, Германия. Open Source контрибутор, спикер международных конференций, iOS-разработчик в датском проекте Greiner Pestours, Мариус Константинеску, Дания. iOS-разработчик, дизайнер и консультант, спикер международной конференции, а также организатор iOS-метапа в Копенгагене. Тобиас Димунг, Дания. И, наконец, поприветствуем наших украинских коллег. Mobile Team Lead в компании Logica, ментор и open-source контрибутор, активный участник украинского Android-сообщества. Дмитрий Зайцев. Дмитрия нет. Android-разработчик в Cyclum RD, победитель Garage84, IOT и Machine Learning, контрибутор проекта Google Tango, Юрий Котов. Тоже нет. Прекрасно. Я думаю, что я хотел представить еще финального Дмитрия Денисенко, но, наверное, его тоже нет. Их доклад... А, Дмитрий Денисенко... Все, прошу прощения. Android-разработчик во всем известном украинском стартапе PetCube, Дмитрий Денисенко. А сейчас слово передается основателю компании Adamant Ивану Михайловичу Петухову. Иван Михайлович, прошу вас.
Спасибо, Евгений. Добрый день всем. Мне очень приятно присутствовать на вашей 5-й юбилейной конференции. И вот так случилось, что в этом году у нас не один такой красивый с пятерками юбилей. Вот ближайшие там несколько дней, там 1 декабря мы будем праздновать 25 лет домену UA. Это тоже относится к тому, чтобы к IT-технологиям. Поэтому очень приятно присутствовать, видеть вас. Некоторых я еще помню по прошлым конференциям. И я вижу, что сейчас ваш, ну скажем так, коллектив расширяется. Хочу вам пожелать сегодня плодотворной работы, обмена интересными идеями, обмена контактами, ну и успехов. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что создано мобильное приложение UA Mobile 2017 под iOS Android благодаря нашему партнеру компании MicroBee. В нем доступно расписание конференции, а также список участников. Очень удобно, пользуйтесь. Буквально что-то не работает. В нашем Twitter-аккаунте попытаемся, ну, опубликуем ссылки, у кого нет ссылки на то, чтобы скачать приложение, мы опубликуем ссылки на приложение в сторах, поэтому пользуйтесь. На этом все. Приглашаем вас. Сейчас будет приятный и взбадривающий кофе-брейк, после чего начнутся доклады. Желаем вам интересного и продуктивного дня. iOS-поток и поток Mix на втором этаже. Поток Android остается здесь. Все. Желаю вам приятного дня. Всего доброго.